Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу «Пристенная легенда». По сути, это половинка 4-метровой ширины легенды, но немножко измененная в креплении, потому что она будет крепиться не к противоположной арке, а к стене. Стоять будет на вот такой бетонной плите, крепиться к стене. Будет у нас дверь со стороны стены, вот здесь вот по лесенкам поднялся, в дверь зашел. Вот такой высоты, вот такой длины, прям как каравай. Пока приехали, разложились, приступаем к работе. Установили мы все арки, раскрепили их к стенам, к подиуму. Осталось нам установить торцы, обшить поликом. Обшить поликом сначала, потом его установить. И все, и будем крыть эту замечательную конструкцию. Каркас поставили, закрепили торцы. Все, выровняли. Сейчас прикручиваем отливы. Сейчас наладим форточку там. Определяться с секцией, в какую поставить. И все, и начнем крыть данную конструкцию поликом. Монтаж, напоминаю, строили мы веранду. Веранда, ну, грубо говоря, это половинка теплицы легенда, немножко доработанная под эти цели. Пойдем смотреть. Длина 11 метров 60 сантиметров по плите, вот по этой размер был. По низу у нас отлив, сбоку отлив. Сейчас сразу крыша у нас отлив. Везде все сделано красиво, четко. Так, внутри тут форточка с торца. Далее цельная дверь, понятно, мы через нее зашли. Диагональные усилители. В середке есть форточка стеновая, тоже открывается право-лево. Раз. Открыли с наружной стороны крючок. Обязательно. Каркас сделан из профильной трубы 40 на 60. Также есть заполнение из трубы 20 на 40. Некоторые стойки, торцы из трубы 40 на 40. Прогон 20 на 20. Покрашено все полимерным порошковым способом. Цвет шоколад. Крепится все с помощью анкеров к бетону. И здесь у нас из газоблока дом, поэтому крепим вот на такие вот бабочки, так называемые. Чуть ее забиваешь, она туда выворачивается. И обратно уже за счет этих лепестков ей выйти сложно, не провернувшись. А так как она притянута, она не проворачивается. Вот такая шикарная веранда получилась у нас. Еще раз смотрим общий вид. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. We'll be right back.